По маршруту Сухарева 5. Доехавши-то до Адаевского, что было свободно, а при выезде на Пушкинскую, это спортивное метро. Люди там вышли, а оставалось там, может, мало. Мало, я поехал дальше. Там уже движение пошло так, что 5 минут стоишь и метр едешь. Доехали до другой остановки, между, не доезжая до Пушкинской вниз. Там уже люди, впереди был троллейбус и шел, не помню какой еще, и сзади троллейбус, мы втроем шли. Вот, люди уже все там у нас повыходили, мы поняли, что бесполезно куда-либо ехать, это будет долгая история. Я еще звонил диспетчеру, говорю, людей выпускаю, потому что я не доехал до остановки, не смог, люди стали волноваться уже. Говорит, можно мы выйдем? Не доезжая, ну, меня по правилам нельзя выпускать людей. Ну, я чуть-чуть там не доехал, был в правой полосе крайней. Никому ничего там я не мешал. Я выпустил людей просто. Все, и потом, когда вырулил, стал в полосу обратно. Потому что просто стояли, ждали уже чисто так время уже, когда что и рассосется там, кто куда. Ну, вперед не поедешь, назад тоже не поедешь. Вправо-влево тоже, сами понимаете, везде заторы полностью, машины стоят, люди ходят. Нигде была тишина. Мы стали разговаривали с троллейбусником. Он мне возле меня стоял тоже. Ну вот, заходя в кабину, меня чем-то сильным так припечатало в спину, что я просто прилетел к автобусу. Ну как придавило меня. Потому что я онемел и уже ничего не чувствовал. Потом уже очнулся уже в скорой и уже здесь уже переживали меня. Я даже не знаю, со спиной там что-то у меня, разрыв спины, как сказали, два кулака. Да, видно там, ну, видно эти органы. А как медики к вам? Нормально хорошо, лечат? Хорошо. Помогают, все делают, что все нужно. Все, что только можно попросить, все переворачивают, все. Ну, ни в чем не отказывают. Хороший уход в этом плане. А в какой вы стране хотите жить? Спокойно, чтобы за детей быть и не волноваться. У меня у самого двое. Вот. А если вот такое будет твориться, тогда я не знаю.